Легендарный советский нападающий Валерий Харламов забросил гол в шедевр стартового матча суперсерии 1975 года против Нью-Йорк Рейнджерс. На глазах у 17 тысяч болельщиков на переполненном Мэдисон Сквер Гарден 17-й номер ЦСКА прошел через всю площадку, обыграл двух защитников и отправил шайбу в сетку ворот Рейнджеров. You just won't see a better move through the middle of two defensemen than this one coming up right here. Fakes left, right, slides it left again and through the middle.